Йо, мы снова сегодня кисики и снова... Так, только не стреляйте. Пожалуйста, не стреляйте. Пойдемте, нам сюда. Можно... Ой. А только не касаемся красных уже, да, штучек. Это? Давай, а, ладно? Да, так, я, пожалуй, еще? Здесь. О, еще страшного. Спасибо. Кто выстрелил? Кто выстрелил сейчас в меня? Один раз это ты был попался директор. Под мою пулю, да, а потом да? Под директора. Сори, это был директор, это вот я понажимаем на него. Скажу, так, оп, уйти, Ульян, уйти, все хорошо, все хорошо. Вот тут сейчас так, они будут, сейчас они будут, Ульян, пропускаем, пропускаем. Нет! О, нет. Правда. Все, отлично. Так, я, хорошо, давайте, все, отлично, все хорошо. Так, директор, ага, отлично делает директор. Так, хорошо, едем дальше. Уйти. Да что, мне вообще не дадут постреляй сегодня. Все, 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 все хорошо. Ребят, мы приехали? Это очень легко было, очень легко. Это было очень легко. Как-то нервно, если честно, я боялась, что я умру. Да мы, кажется, пытались проходить этот уровень, нет? А, да, было, мы косяковали, а тут с первого раза просто только зашли и сразу. А, да. Так, о, так, это, а, это директор мы, должен это нас защищать. Стреляем и защищаем, ага, 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 хорошо. Ага, ага, ну, вы уворачиваться можете, я напомню, уворачиваться хорошо. Можете. Зачем ты на меня клацаешь? На, тебе получай. О, что? Ой, извините, директор. А зачем ты? Директора. Лупим, лупим, лупим. А-а-а. Лупим. Да в смысле? Ой, извините. Директор окончательно мертв. Добили его. О, нет. Я прошу прощения, да, я ребята. Обращала внимание только на босса. О, Ульян, теперь тебе хана. Так, оп. Давайте видели, видели, посередине как я просто буду, маневрирую. Будете как-то от меня уже играть, хорошо? Ага. Ну, можем, конечно. Нет, не надо. Уже дубасьте, уже можно, уже дубасьте. Иначе вы а нет, у него еще нет ХП. Я умру, вернее. Давайте, ребят, давайте. Гасим его, гасим. Я вообще, вам нормально, нужна? Можно прятаться просто за Ульяну. Просто прячемся. Давайте за Ульяну. Давайте я тогда не буду чего? Никуда уходить, потому ой, что иначе вы меня стукнули. Господи, извините. Директор погиб? Нет, живой. Нет, я же не могу. Нет, в смысле, мы уже закончили игру. Продолжаем гасить. Куда ты? Верни. Спасаемся. Ульян, Ульян, спокойно. Спокойно, все. Так, не попадаемся, не попадаемся, ребят, не попадаемся. Я ничего не должна делать. Сразу к Ульяне, если что, сразу к Ульяне. Поняли? Так, ничего делать. Атаки какие-то. Кто первый умер, тот сами понимаете. Это я. Ну вот и все. Ну вот и все. Нет, сейчас ну вот сейчас я точно не буду щитом больше. Ну конечно. О нет, только не это. Так, ребят, ну кто первый умер, тот, ну вы знаете, да? А, ну я тепло не умру безопасности, вообще, смотрите, знаем смотрите, мы, да. Не стрелите. Если только давайте вы так, меня не застрелите. Ладно, хорошо, давайте. А уже можно стрелять? Я вот уже, тут я буду думаю, сверху. Да? А вы, ну вот так вот, чтобы не на одной стрелять? Линии, вы поняли, смысле, да? Куда? Не на вообще, одной стреляйте линии, куда угодно. А что, мне просто здесь стоять, мне не двигаться, да? Да, ты просто стоишь, мы будем скрываться, если что. Может, мне чуть назад, вот так, что, или вперед, или как вообще? Он, блин, криво стреляет. Ты не двигаешься вообще, кошка, ладно, ты защищаешь нас исключительно. Так, а ты чуть в Лану не стрельнула, страшно. А ну-ка, слышь ты, на. А на, вот на, сейчас на, будут ракеты, догонку. Ракеты. Да, вот ракеты, 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 ракеты. Мама. Да, вообще не двигаешься. У тебя работа вообще хорошо. Очень простая. Мне нравится. Стоишь вот тут вот и не двигаешься. Ага. Так, я только погнал. Не стреляйте в меня, пожалуйста. Мы будем стараться. У меня, кстати, уже вроде один ХП, насколько я помню, потому что мне прилетело от директора. А где ты смотришь, сколько у тебя ХП? А ты вроде потом воз. Ну. Это нормально, Лёша, ты потом это. Ух ты! Фигасе. Это что такое? Как это и выйдется? Ребята, давайте, давайте поехали дальше. Стреляйте да что ж такое-то? Смотрите, а он какой-то дикий стал. А что он делает? А он долго это так будет такое? Продолжать делать? Блин. Куда ты поехал, дядя? Вернись. Так, Ульяна там опять. Ну я немножечко... Подамажилась. Ну, в смысле, не опять, в смысле... Да, все хорошо имеется в виду. Сейчас будет новая какая-то атака по-любому. Опа, опа. Надо еще успевать вот нажимать вот. Пробел, чтобы Лану не тюкнуть. Не, Лёша, нормально, вот видишь, бы директор это не меня не застрелил ХП. Сейчас. Да. Просто вот прям, ты... я видел, как он хотел прям выстрелить в меня. Ой-ой-ой, смотрите, у него же моргает его ХПшка. Да. Он уже чувствует свой конец. Да куда он поехал? Ключик дай, слышь. Стреляй. Вообще наглец. Ой-ой-ой, я почти в Лану выстрелил, кстати говоря. Извини. Вот не а мы-то можем бесконечно, да, проходить, я так понимаю? А подожди, а мама. Почему? А, ребят, надо в эти, вон, в синенькие, видимо. Вот, да, смотрите, да, да, вот в эти штучки. И нужно их понял, бить. Понял. Реально? Так, да. Ну давайте я попробую. А может мне куда-то в другое место тогда встать? Да, вот, ребят, надо в эти штучки. Капец, мы так тупим. Так я все это время и стреляла туда. Да? А почему у него ХП не уходит?
Но она уходила, но нет, потому что, возможно, мы только и стреляли. Так, гасим его, ребят. Мама, 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 как это выйдет? Мама, как это контрить? Я лично за щитом у Ланы стою, и мне хорошо. О, да что такое? Леша умудряется там еще ему стрелять. Сейчас, да стреляй. Еще. Я не хочу. Кто посмел? Нет, не умираю. Нормально, меня немножечко пристрелил директор. Ну мы живы. Все, Господи, все хорошо. Я так боялась, я думала, вдруг там будет какая-то еще взрывная волна, и хотела, чтобы вы за меня встали все. Не, нормально. О, красота, шестой мир пройден. Да, ребят, а пока вот шестой мир, хочу напомнить, чтобы вы ставили лайки, оставляли комментарии для продвижения видео, потому что частенько, если это не Roblox, частенько на наших каналах YouTube не продвигает ничего, кроме этого. Так что можете дружно влепить лайк, что-то написать. О, что? А что это такое? Могут только два человека двигаться. Давайте, директор, давай. Сначала ты, а потом я, давай. Так, теперь я. Даем. Дальше, даем. Все, подвигаемся, просто быстренько идем, по порядку. Так, пропускаем, теперь мы. Так, давайте, теперь вы. Директор, Виктор, давайте. Отлично, давайте. Слушайте, хорошо. Прям отлично у нас выходит. Ну что, прыгайте, что вы? Да подождите, так, ну, вы же должны как бы тоже не двигаться. О, там директора хватит. Обалдеть. Дайте чуть-чуть пройдем мы. Чуть-чуть мы. Теперь вы давайте. Идите. Так, давайте. А мы не хотим вниз? Нет, хотим. Просто, директор, отстань, директор, не жми. Так, ну вы чуть-чуть. Ладно, давай вперед. Давайте, по очереди. Сначала мы с директором, потом вы. Давайте, кто-то... Ладно, сейчас, подождите. Сейчас, давайте, сейчас Лана падает. Пустите. И давай, падай. И да я умру, если я упаду. Давай попробуй к ключу упасть. А, ну давай. Ладно, ну дайте. Или ты не сможешь управлять. А, сможешь. Могу. Нормально. Подожди, давай. Я как обратно. Ульяну. Так, аккуратно. Лану. Блин. Давайте. А что делать? Так, надо сейчас директор пройдет, нормально. Обалдеть. Так, давайте. Ульян, давай. Так, теперь я. Ага, отлично. Все, отлично, Ульян, идите. Вы можете вдвоем идти. А, ой. Спасибо. Ага. Да, бывает, пойдем. Ух, все, да отлично. Да я чуть-чуть слишком много тут вводных. Так, давайте, так, вы вдвоем. Да, тащитесь. Что-нибудь. Ага, толкай. Так, пойдет. Осторожненько. Стоп. Ну, вы там помогите друг другу. Давай, пойдем. Давай. Толкай, ну, Ульяна. Я не могу же идти вдвоем. Все, проходите. Слушайте, нормально, легонько выходит Ульян. Ага. Легонько выходит вполне себе. Вообще, отлично. Мне понравилось. Прикольный уровень, но немножечко жутковат, конечно. Ну, да. Ну, такой, вот, блин, это целый мир такой. Да. Мне не нравится. Заранее. Ой, нет, вы помните? Если честно, ребята, да, на него нельзя смотреть. Мы вот перед записью это обсуждали, я скучала по этому уровню. Ну да, в смысле, наоборот, на него нужно смотреть, да, или как? А как? Нужно ли? Я не понимаю пока. А, нет, чтобы он остановился, нужно на него смотреть. Вот смотрите, мы отвернулись все. Нет. А, подождите, о чем? Нет. Нельзя прыгать, мне кажется. Прыгать, да. Капец. Ну, блин, он против прыжков. Классный уровень. Ты знаете, когда... Ладно. По одному может двигаться можно только. Давайте попробуем. Я хотел пошутить про физрука, типа, когда ты идешь и пинаешь на физре волейбольный мяч, и вот это вот он буквально. Давайте, Виктор. Так, Ульян, давайте вы. Проходите, да, пожалуйста. Сейчас один человек. По очереди. Я жду. Останавливается, пришла. Идет Лана. Давай, Лана. Хорошо. Моя очередь теперь. Все, спокойно. Сейчас. Все, пожалуйста. Блин. Виктор. Капец, он наглец. Ульяна. Ладно. Блин, это так забавно. А прыгать можно? Ай, хотел прыгнуть, но ладно, нет. Ну, я думаю, можно просто по очереди. Ха, прикольно. Так, слушайте, довольно быстро пока идем. Как-то мы там записываем. Да, хорошо идем. Подумаешь. Вот мне бы такой уровень попался, а не с самолетами. Чего? Что? А что случилось? Это у нас сломалось что-то или... А что? А, в темноте только можно идти. Вы поняли? Идем вправо, давайте. О, я умер уже, да? Не знаю. А я где? Я умер? А, нет, вот он где. Так, сейчас, секундочку, я хочу. Так, ладно. Я надеюсь, я прыгнул. Сейчас, возможно, да, я прыгнул. Ничего себе, я хорош. Ульян, покажи класс. Я решила немного вот так вот. Так, Ульян, ну-ка. Ладно, давай. Я жива. Да. Ну,
Неужели? Алана жива? Ладно, блин. Это было опасно. Давайте, просто вперед, просто вперед. Толкаемся что-то. Так, я чуть-чуть прошел вперед. Главное там... Ага. Я надеюсь, я не упал. Ага. Сейчас, еще чуть-чуть. Смотрите, короче, как вы можете сделать. Вы можете в следующий раз, директор, упираетесь мне в спину, потом прыжочек и чуть-чуть вправо. Вот сейчас, чего? Прыжочек и чуть-чуть вправо, чтобы не, ну, чтобы с моей головы, с головы прыжочек. Точно. А, Ульяна, отойди назад чуть-чуть. Наверное, я мешаю. Да-да-да-да. Так, буквально два раза там нажми вправо. Ты прыгнул? Что случилось? Не туда. Что случилось? По-моему, директор. Давайте начнем с Ланы, чтобы было удобнее. Да ладно, нормально, нормально, нормально. Так. Два шажочка маленьких вперед директор делает. Он, по-моему, пытается прыгнуть. Да, он не слушает меня. Он абсолютно меня не слушает. Еще раз. Забирайте. Хорошо, Ульяна, давай ты меня будешь слушать. Давай. Упираешься в спину. Прыжок. Вот сейчас вот два шажочка вперед, коротких таких. Тык-пык. Я сделал. Так. Еще один маленький шажочек. И следующий. Ну, давайте Лана, например, или директор. Давай. Да, все, давай. Так, давай. Блин, так крипово выглядит. Да. Так, два шажочка вперед, Виктор. Будьте любезны. Отлично, отлично. Ладно, давай. Теперь ты. То же самое. Та, ага. Так, прыжочек вперед, вправо. И смотрим, где вы. Так, ну и все. Один шажочек вперед. Или может даже сразу, знаешь, типа, жать. Не понял. Получилось. Видимо, слишком большеват был шажок. Вот сейчас один шажочек вперед, и потом сразу вверх и вперед. Не да получилось. Что ж ты делать-то будешь такое? Слышь, чуть-чуть говорю. Чуть-чуть. Какая-то магия. Директор. Ой, Виктор. Ну-ка, чуть-чуть правее. Во, отлично, вот так вот. Все хорошо. Так, сейчас проверим. Так, ладно. Два шажочка. Давай сразу тогда. Не, ладно. Мне подожди, что-то не выходит. Вот. А в смысле? Так, слышь ты, давай. Давай один давай шажочек еще раз. Посмотрим. Да. Алло, директор что делает? А зачем двигается? Не он двигайся вообще. Он блин. Ну все, он хочет теперь он попробовать. Так, слышу прыжочек. И ну давай, можешь тогда сразу вперед и... Угу, да, попал. Не, что? Не попал. А что ты сделал? Что? Может что-то не так? Да нет, все отлично. Слушайте, ну я на краю, Ульяна на краю. На ушке прям может, сама. Может еще чуть-чуть надо? Да нет, вроде отлично, давайте не надо ничего делать. Давайте я еще попробую на край. Ну, не чуть-чуть. Надо. Хорошо. Потом будем вот это вот... Не надо. Вот Лана может просто вот легонько-легонько ударить по клавиатуре вправо. Легонько. Вот очень легонько. Вот так прям... Тю-тю-тю. Ой. Я так делаю каждый раз. Я не двигаюсь. Надо вот в темном экране. Я в темном экране. Нет, вроде это двигаешься, делаю. Разве нет? Раньше, когда я так делала, я падала. Так, ребят, решили мы немножечко поменяться. Так. Так, аккуратненько. Где я? Ага, понял. Ульян, еще шажочек, я думаю, можно. Я боюсь, но я что-то сделаю. Давай, давай, сделай. Надеюсь, ты меня не скинешь. Отлично. О. Ну, можно еще вот так вот. Просто удар по клавиатуре, небольшой. Удар а может, вот ты попробуешь, вот. Просто... а потом... Так вот. Ну, я что-то сделала. Я ударила, но как? Наверное, нет, да не очень. Видишь, вот видите, какие я ударчики делаю? Вот три раза сейчас ну... нажал. А, ты... ну сейчас... Так. Ну вот, примерно. Будешь пробовать прыгать? Да, вроде бы да. Ну, ребят, ну, мастер, ребят, Ульян, ну мастер. Прыгай. Заработай, ребята. Отлично. Мастер, заработай. О, давайте, вправо идем. Ничего себе. Напомню, ура. Что пыталась Лана, пытался Виктор. Ульяна не пыталась, она бы затащила. Очень сомневаюсь, ну да, о. Ладно, не будет идти к нам, все, она не хочет. Я смотрела. А что такое, почему я не могу? Там, может быть... О, ура. Так, катимся. Так, надо кому-то упасть влево на ключ. Сейчас Лана прыгает. Сейчас Лана прыгает влево. О. Отлично. Произошел турик. О, нет, директор, вернитесь. Директор, ну-ка влево. О, отлично, все, чудесно. Сейчас, давайте дождемся. Понял. А, сейчас я открою. Кошка Лана не ждет. Она у нее. Да, правильно. Давай, уйди еще. У нас как раз тут три человека. Подождите, давайте все так вот подойдут дружно направо. Ага. Так, все, не двигаемся. А! Давайте. А, давайте. Не двигай. Хорошо, давайте вот сейчас. Вот сейчас вот пойдемте. А ему никто не попал туда. О, ладно, красота. Какие мы молодцы! В темноте, вы посмотрите. Опа! Скример. Слушайте, неплохо. Да, годно. Мы закончили седьмой мир, ребят. Поздравляю. Да? Нет. А, нет. А я уж было хотел поздравлять вас. Никаких поздравлений пока что.
Да, рановато. Ну что, давайте смотреть. Вот, это тот самый? Да, это он. А ну-ка, давайте. Да. А ну-ка, отвернитесь. Да что, ну убьет. Опа! А может, подождите, стоп. Я, кажется, знаю. Если он врежется сюда, значит, что мы... Ну, давайте попробуем. Да, да-да-да, ребят. Надо его аккуратненько вниз. Да-да-да-да. Смотрите, как сейчас будем делать. Вот сюда. Так, вы уходите все. Все уходите. Уходите, вы можете уйти. Все, будьте тут, все. Все, оп. Ладно, слишком. Не успел. Короче, смотрите, то же самое делаем, но как только он, ну, слишком сильно, скажем так, уже подбирается ко мне, вы смотрите резко на него все. Понятно? Ага. Так, мы можем так сразу отвернитесь. Как вы можете сразу смотреть? Он не поедет туда никуда. Я немножечко сглупила. Так, теперь смотрите. Сейчас. Нет, отвернитесь. Да ты, видели? Вот доля секунды, сейчас получится, сейчас получится, ребят, сейчас все будет, сейчас. Так, отлично. Хоп. Ага. Еще чуть-чуть. Слушайте, не хватает немножко буквально. Так он потом бы, может быть, уже как раз по низу пошел, он же потом не врезался. Да, ну давай сейчас попробуем, ладно. А может ты ближе к нему? Так, я вот тут специально. А, он не, короче, он смотрит слишком вправо. И то, что я внизу, это типа ему не подходит. Поэтому давайте еще раз уходите. Все, так, ребят, кто-то на меня смотрит. Ага. Все. Так, отлично, отвернитесь. Тихонько. Смотрите на него, смотрите на него. А что за кнопка? Так, давайте. Может, все отвернулись? Все отвернулись? Зачем? Ребят, отвернитесь. Я не хочу. Отвернись. Опа. Так, отвернулись. Оп! А что он хочет? Подождите. А что там? Вот что эта штука дает? Напряжает. Ой-ой-ой, ушки. Так, смотрите на него. Давайте Лану пропустим. Ага. Ой, давайте. А давайте кто-то один. Поедет. А зачем? Ой, в смысле, поедет. В смысле, вот... А, не получится. Подожди, а что происходит? А она вот так спускает, типа, туда, да? Чего? Не, это лифт. Она, ну, того. Направо увозит. Mm-hmm. Ну мы, получается, сейчас смотрим. Ульяна, просто, ну еще раз вот нажми. А ну-ка. Ну не получится, Виктор нас туда не перенесет. Не получится. Так, да. Так не вы запускайте нажимайте, обратно. Прошу прощения, да я хотела на голову. Нет, вот сейчас встать. Надо нажать. Вот сейчас нажать. Ладно, она приедет правее сюда. Можешь встать на голову. Зачем? Правее? Ага. Ну чтобы прыгайте. Ульяна спокойно прыгнула. Ага, вот так, да? Ребят, ну как-то несерьезно сейчас было. Ну а что? Ну так никто ж не предупреждал, что Ульяна будет идти. Так, а мы что стоим по приколу там, что ли? Так, оп, ага, понял. Опять слишком сильно. Так, хорошо. Можно, в принципе, кооперироваться. То есть давайте я отвернусь, буду вот этой вот приманкой. И как только он начинает лететь, вы смотрите в другую сторону. Давайте, отворачивайтесь. Так, давайте. Ладно. Так, все, отворачивайтесь. Нормально, все. Смотрите на него. Ага, отлично. Отворачивайтесь. Нет, не надо сейчас. Так я хочу его позвать. Зачем его подпускать? Его не надо сейчас звать. Дайте мы до кнопки дойдем. Все вместе, ну, а потом позовем. Чуть-чуть позвать его или может не надо? Ну, можно позвать его. Такой, конечно, офигевший. Так, он здесь! Стоп! Прыгайте тогда по одному. Давайте, прыгайте. А потом я нажму и догоню вас. Так, два. А, теперь я. Только смотрите на него, вы смотрите? Да, я смотрю, да, смотрю. Так, сейчас я отсюда. А как я запускаю? Так, отворачивайтесь. Иначе нам конец, ребят. Все, тихо-тихо, спокойно, все хорошо. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите, проблема вот в чем. Проблема вот в чем. Да, если мы сейчас все вместе побежим, давайте я просто Виктора отнесу. Не бегите. Так, я Виктора отнес. Чекпоинт, ладно. Так, так давайте смотрите, вы. А мы давайте вы сюда. Отлично, теперь давайте смотрите. Не смотрите. Вы, давайте я просто, ну-ка, вы отвернитесь. Давай. А, он ненормальный, а я же смотрел на него. Вы видели, я смотрел на него. Да, ты смотрел. Можно я смотрел на него. Вчетвером? Так, чекпоинт, правильно? Да, чекпоинт, отлично. А-а. Какой ты неугомонный, блин. Так. Ёлки, кто-то смотрит. А, директор смотрит, все хорошо. Давай, проходим. Го-го-го-го-го. Так, отлично. Все.
Хоп. О, посмотри. Да, все, спокойно. Так, уходите, давайте, уходите. Я смотрю, уходите. А, ладно, хорошо, давайте кто-то... Ладно, да? Все, да. Я тебе доверяю, смотри. Свою жизнь доверил тебе, если что. Так, а вот отсюда он увидит... Это его надо приманить, он принесет ключ, помнишь? Точно. А, хорошо, проходите тогда, проходите. Надо, чтобы кто-то наверху стоял, да? Мы уходим? Ладно. Я смотрю. Давайте, проходите, я его опять загрю. Ой, стоп, тут туда наверх, да, можно? Так, ну-ка сходите туда, что там интересного. Дверь. А, и все, ничего. Так, ребят, давайте на него смотрите, на него смотрите. Ага. Смотришь? Да. Чуть-чуть подойди, подойди вот сюда, пожалуйста. Ага, все. Я приманка. Так. Да, теперь ты приманка. Да, отвернитесь, ребят. Все отворачиваются. Ладно, отворачивайся. Сейчас еще так, чуть-чуть. Еще, еще чуть-чуть, да. Все, идите кто-то, сходите. А, хорошо, давай. Блин, сейчас. Отлично, отлично, аккуратно. Так. Так, только не уходите все, пожалуйста. Смотрите на него. Сейчас, стоп. Я смотрю. Всё, уходите. Нормально. Все, все уходите. Давайте. Я смогу. Пока, дурисик. Вот такой вот седьмой мир. Прикольно. Прикольно вышло, в принципе. Здорово. Ну, мы стабильно по 6 уровней дубасим за раз. Что там дальше вообще в целом-то будет? Ага. О, боже, корзиночки какие-то. Мини-игры. Ребята, завтра на канале Ульяны вы увидите вот эти вот мини-игры. Я даже, а я не буду вам прям все показывать. Я просто так вот начнем. О, о, какие-то мини... Что это? Что это? Подождите. Так, так, мы пока не... А что делается? А что происходит? Что? А что происходит? Ничего не понятно. А что это? Может, нам надо стрелять? Это мы должны стрелять с Ланой, да? Я не понимаю, а нам что делать? А вы да, ребят, стреляйте, а мы будем собирать. Ух ты! Да как, блин? Стреляйте, так, это стреляйте, мы в следующий раз, да в следующий раз! Уже не в этот раз. Ладно, блин, так ребят, что перезарядка. В следующий раз. Так что на сегодня это все. Ставьте лайки, чтобы увидеть скорее этот ролик. О, да, спасибо за просмотр. Да, подписывайтесь и пока. Пока. Пока.